Опа. Опа, Америка, Европа. Будем попробовать. Нажатие кнопки атака также восстановит тоже количество здоровья. Плюс 6% шанс крита. Я так понимаю, можно попробовать пойти... Блин, а что там забанили, не увидел. Там, по-моему, крит забанили. Нечестно. Я не уверен идти в уклонение, но в теории. Возможно, возможно, в теории. В ярость, в щиток есть смысл, да? Там видно будет, посмотрим. Эх, выиграл. Там, кстати, получается, по-моему, типа ничья была. Хотя... Тут ничья невозможно, конечно, но, по-моему, у меня хп отнялось, именно что я умирал, но я быстрее убил. Было бы прикольно, если бы здесь была ничья. Как бы тогда рассчитывала игра. Мне кажется, тут такого невозможно. Я думаю, если тут будет ничья, то игра залагает. Вот тоже лего. Щит восстановления. Интересно, интересно. Щит восстановления духа. Так, активное отключение стиль, чтобы способности этого стиля не появлялись в вашем магазине. Ну, давайте золото забустим. Что ж, пускай будет так. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Фурион, Фурион, по фарму чемпион. Восстановление ярости. Бустит золото? Ты что, бустишь золото? Хотя у самого 635 голды. Или он не может выбрать себе карточку нужную? Все просрали, сэр. Ну, конечно, хочется оставлять голду в 1000, но все-таки мне что-то подсказывает, что 900 тоже пойдет. Хотя 1000 голды, насколько я слышал, что имеет место быть оставлять 1000 голды. Кстати, этого героя я не видел в игре. У него тоже ярость щит. Ярость ульт заморозка.
По-моему, он вообще куда-то не туда пошел. Странно, странно. Интересно, а эти крипы вообще есть в Dota 2? Потому что, по-моему, таких крипов в Dota 2 нет. Вроде. Такое ощущение, как будто... Мы играем через ультимейт. По ощущению. Такой. А, хотя это не ультимейт, это талант. При наложении щит. Есть вероятность. А, при наложении щит. Есть вероятность 25% нанести врагу физический урон, равный 40% плюс текущий щит умноженный на 0,4. Ха. Прикольно. Ну вон как это работает. Вон как это работает. Работает интересно. Каждый духи на поле боя. 1,5 секунды дает герою 30 уровня щита. Бустим щиток. Опять же, маловероятно того, что, допустим, ты крутишь, и тебе тут же выпадает то, что тебе нужно. В основном падает дерьмо. Я уже не раз с этим сталкивался, но я недолго в эту кастомку играю. Какой здесь рандом, я, увы, не знаю. Подожди, она ливнула. Тут, по-моему, изи победа. Блин. И плюнула в последний момент. Не надо плеваться. Лего тоже душит. Неудобная, немножко неудобная реализация именно того, что нужно два раза нажимать, чтобы посмотреть. Неудобно. Там щит просто на 90 увеличивается, ли? По-моему, до 140. Понимаемо. Я понял, понял. Я все понял. На Олеге щит имба. Но опять же, главное его бустить. Я, конечно, не уверен именно, что восстановление смотрится хорошо щитом. Я не так долго играю. Совокупность факторов... Пока еще не в курсе. Тут в любом случае нужно читать. Но опять же, я не особо хочу. Я просто играю. Почему бы не получать удовольствие, а просто играю в игру? Зачем сильно заморачиваться? Мы ж не на турике, мы не на корову играем. Ну, проиграл, проиграл, с кем не бывает. Если есть шанс выиграть, 9, 8, он всегда есть. 6, 5, 4, пускай 10%, пускай 80-90%. Бывает, тут чисто дерешься, да?
в любых кастомках, в любой доте, вообще в любых играх, и в сухую выигрываешь. Но тут, конечно, есть нечестный фактор, когда... Ого. Вот тут получается имба Мирана против меня. Ля. А я ее не пробиваю. Чувак через духов пошел. Получается, что мой щит против духов не интересен, не имеет смысла вообще. Немножко непонятно. Голду тратится. Ни разу не умирал, и голду тратишь. Зачем? В надежде найти идеальный билд? Духи щит. Этот не пробивал, не пробивал. А тут урон пошел. А я его не пробиваю. Вообще. Понимаю. Ясненько. Получает урон снижается. Получаем урон снижается на 10. 1050. Голда, голда моя, голдовая голдишка. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, этот, кстати, мощный голем. Кто-то мне подсказывает, что я его не пробью. Этот его уничтожает. Хотя я тоже вроде. Потихонечку, помали, ура, наконец-то. Мне интересно будет подраться с Легой. У кого? Прям интересно. Подожди, восстанавливает один здоровье каждую одну секунду. Ну, ладно. Нормально. Имеет ли смысл вкачать уклонение и ярость? Что-то мне в голове, блин, мысли подсказывают, что нет. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Вот у него тоже 50 хп и 40 голды. Я вот не понимаю, зачем тратить голду. То есть все равно есть смысл оставлять. Есть смысл оставлять голду. 100%. Зачем ее тратить постоянно? Получается, что челу нравится тратить голду, потому что, да почему нет, да? По-моему, нет пробития. Чувак, алло, ты будешь пробивать или нет? Ноль просто. Вот, допустим, тут был бы счетчик урона, там было бы пусто просто. Прикольно. Просто было бы пусто.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мне интересно, сколько все-таки... А, вот здесь написано все. Базовый выигрыш раунд 250%. Каждый 100 золота приносит 10%, а максимум... А максимум 100? Может, 1000? Получите 50 бонусов золота. Каждая серия побед дает 20 бонусов золота. Максимальное количество бонусов золота за серию побед 100. Получите 15 золота за один это компенсация победы процент. Тут я не пробиваю. Здорово. Компенсация. Получите 15 золота за потерянное здоровье. Каждая серия под поражение дает 15 бонусного золота. Максимальное количество бонусного золота 60. Тут я вообще не пробиваю. Да я еще думаю, что помню. Мне, в принципе, достаточно было того факта, что чем больше золота, тем лучше. Ну, ты имеешь 1000 и уже хорошо. Легендарочка на щит. Получает 15 щит, снижение урона за каждое 100 потерянного здоровья. Да, ты говоришь правильно, что 1000 стабильно оставлять. Но, смотри, сам факт того, что некоторые люди тратят всю голду и при этом выигрывают. Как ты это объяснишь? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1. Дает попытки бесплатного обновления магазина в количестве 25 штук. Вот это прикольно. Вот это Цукуйоми вечная. Не, он, конечно, атакует прикольно, но он почти не пробивает. И он особо не хилится. Он вообще не хилится. Но он пробивает. Не, то, что я клавиатуру могу найти много чего, это согласен. А лейт это какой ход? Допустим, лейт это какой ход или сколько человек? Лейт это 5 человек или 4? Или 3? Когда лейт начинается? 3, 2, 1. Ну, этот челик ливнул. Он 4000 золота. Тут изи победа. Прикольно, а тут Вурион страдает. То есть этого я убиваю, а этот убивает Вуриона, а я не могу Вуриона убить. Вот это приколы. Разве так имеет 50% шанса обезмолвить? Уменьшает 40% дебафов, прикольно. Ну вот 15 волна, что, лейт уже начался? 5, 4, то есть, по-твоему, вот 15 ход, это уже лейт? 1. Не, я спорить не буду, я просто задаю вопрос, а мне интересно. Огненный джин. Через ярость. Меня вот в предыдущей игре чувак ваншотнул просто. На новом герое какая-то тянка с розовыми волосами.
Он меня просто шотнул. А, на 20 все-таки. Ну, конечно, когда в игре происходит мясо, это хорошо. Нам нужно мясо побольше. Потому что если не будет мяса, будет скучно. Тот самый Фурион, которого я не пробиваю. А, нет, это ливнувший Фурион, тут изи. Мирана заряжена через духов. Что-то мне подсказывает, что Мирану я не убью. Там Мирана через духов просто заряжена. 38 духов. Я раз 23. Битва Титана. Все, Лего закончилось. Думаешь, уклонение качать? Даже видишь, не падает уклонение. А, подожди, у меня же бесплатный ролл есть. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Скилл с лицом Вейда, я понял. Это же, это вот сейчас как раз мясо происходит. Жесткое мясо. У меня еще 5 бесплатных прокрутов осталось. Но легендарочку на восстановление я бы взял. У нас там кто-то играет через щит. Да, Фурион через щит играет. К тому же вот Челик через щит играет. Жестко хилится. Ну, он все пошел через усиление ультимейта. А пробить не может. Не, то, что я убью его, я понял уже. Спасибо за информацию. То, что я его убью, это я понял. Вот сейчас, мне вот интересно, именно сейчас, ход 19. Есть ли смысл оставлять голду? Или можно забирать то, что ты хочешь?
Ну что, мне все-таки сейчас как раз подсказывает, что у меня пока вроде все нормально. Даже если я проиграю, в принципе, ничего страшного. Пускай лучше забусить голду, чем больше, тем лучше. А там дальше уже крутить. Ого, там уроны залетают. Нифига себе. Испарился. Внезапно причем испарился. Два прокрута бесплатных. 10, 9, 8, Леша на ярость. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тут опять же не то, что изи катка, но здесь много ливнувших, и ты просто дерешься ну, с АФК противниками, против которых просто вот тут секунда, и все, его нет. Мне интересно. Интересно, когда каждый противник тебя пытается убить. Вот это интересно. Сразу два эпика, это жестко. И вот, интересно, а бывает такое, что три эпика? Или два эпика и да, одна легендарка? Прям сильно интересно, возможно такое или нет? Боже, что происходит? Нах, тебя... Чё она не заряжается? А, типа, во время дуэли нельзя? Эпики, две леги в сетке, нифига себе. Да ты прям везучий. А можно и мне так? Тоже хочу. Или, например, три легендарочки. Я думаю, три легендарочки это прям... Это достойно. Тут опять же, да, ты прокачиваешься, доходишь до легендарки, и ты уже потенциально намного сильнее становишься. Но тут в основном решает именно билд противника. И либо ты его контришь, либо он тебя. Подсейв, фалспромис это означает подсейв, да? Реинкарнация, фалспромис, да? То есть они специально сделали так, что это считается подсейвом. Не, лего мощная через щит и восстановление. У меня ярость вкачана не сильно, но лего мощная. Но опять же, не против всего. Логично, что не против всего. Но хилится хорошо, достойно. Ярость прям заряжена так, вкачана. Ля. Вес он меня начал пробивать. Мама ми. Понимаемо. Срабатывает один раз, когда здоровье падает ниже 30%, восстановление будет рассчитано в течение 2,5 секунды. Не, ну там челик, конечно, прям знатно так меня перей... А, у него духи вкачаны в 63. 9, 8, ясненько. 7, 6, 5, у меня аж глаза сломались. 4. Да я понял, что духами переконтрил.
Духи прям сильно, сильно бьют. Как ты думаешь, потенциально у кого больше есть шанса выиграть, у меня или у него? Потому что что-то мне все-таки подсказывает, что у меня больше шансов на победу. Но, опять же, я не уверен. Мне еще не все эпики выпали. Не, не умирает. Но это было эпично. Это было реально эпично. Думаешь, он? Ну ладно. Как скажешь. Ё-моё! Вот это жесть, вот это была жесть. Да, мне понравилось, это было мощно. Я понял, понял. Два духа это уже имба. А три бывает? Ля. Ё-моё. 4700 ярости было. Вау. Такого я никогда не видел. Рожа, какую рожу? Серёжина рожа, что ли? Пробивает. Можно не так сильно пробивать? По-моему, мы испарились. Ого. Минус 11 сердец. Ты осу? Шанс не сработать. Ну, тут если проиграю, тут уже топ-3 есть. Мне все равно. Ля, как ярость растет. Ёп, даже залагало, у меня аж лаги просто жесткие. Какие леги? А, легендарки. Ну не падают легендарки. Да тут уже, в принципе, хорошая игра. Даже если топ-3 будет, ничего страшного.
Не, я его практически не пробиваю. Заряженный парень. Или пробиваю. Сука. Блин, ну щит в 50 вкачал.